Столица Пакистана Исламабад уже несколько дней парализована многотысячной акцией протеста, возглавляемой лидерами оппозиции Имраном Ханом и богословом Тахиром Канди. Оппозиционеры требуют немедленной отставки правительства Наваза Шарифа, так как, по их мнению, результаты выборов, на которых победила партия Шарифа, были сфальсифицированы. В городе не работают магазины, рынки, учреждения, перекрыты дороги. Люди спят прямо на площадях и улицах и отказываются уходить. Накануне ведущая оппозиционная партия Пакистана «Движение за справедливость» объявила о намерении отказаться от кресел в национальном парламенте, чтобы заставить нынешнего премьер-министра страны Наваза Шарифа сложить свои полномочия. Сегодня Имран Хан и Тахир Кадри заявили о том, что если в течение 2 дней правительство не прислушается к их требованиям, манифестанты выдвинутся в так называемую «красную зону», где расположены правительственные здания.